Поиграли хорошо два периода. В третьем немножко там не повезло, но забили нам быстрый гол. В итоге они побежали, смогли доломить нас, так сказать. Твой полноценный дебют за родную команду и сразу в зеленом дерби. Каково это? Что чувствовал в третьем периоде, когда появился на льду? Да, как для меня, как обычная игра. Ну да, конечно, там был там накал, как не, ну, когда сидел, много народу пришло, там накал игры был чуть выше, чем в обычных матчах, но вышел как на обычный матч, настраивался как на обычный матч. Николай Цлогин дал тебе шанс исполнить буллит. Психологически как справлялся с этим? Или не было никакого давления, выходил спокойно? Давления не было, до этого тоже исполнял буллит, просто не получилось.